На просторах интернета появилась первая реальная фотография будущего флагманского смартфона Zenfone 5. Судя по всему, тайваньский производитель не стал придумывать ничего нового, а выбрал один из главных трендов смартфоностроения. Речь идет об использовании широкоформатного экрана с тонкими рамками и вырезом в стиле iPhone X. Судя по фото, у Zenfone 5 вырез в экране будет заметно меньше, чем у той же «десятки». Кроме того, на недавних рендерах была изображена довольно толстая нижняя рамка, но на снимке она лишь немного шире боковых. Сообщается, что смартфон получит разъем USB Type-C 3,5 мм аудиовыход для наушников, сканер отпечатков пальцев на обратной стороне и двойную основную камеру. Презентация Zenfone 5 и других смартфонов линейки запланирована на 27 февраля.